я, ну, зато 100 таблеток меньше хватит. Одна лучше в любом случае. Друзья, видите, бесплатное лечение в Швеции. Находимся в аптеке. Вот эти вот штучки, это для горла. Вот стрепсис называется. Вот они бесплатные. То есть сколько хочешь, можно брать. Я уже взял себе для лечения. Поэтому вот таким вот образом лечусь. Надеюсь, даст Бог, все-таки вылечусь. Такие дела. Находимся в городе Стокгольм. Пока все. Смотрите Азор ТВ.